Подписание соглашения по братимских связях между городами Брест и Малгобек осуществилось 4 года назад. Сегодня два региона связывают крепкие дружеские отношения, роднит их историческое прошлое. Город Брест и город Малгобек являются городами-побратимами. Ну и кроме того, самым главным для нас является то, что свыше 100 уроженцев Ингушетии защищали Брестскую крепость, Брестскую область в годы Великой Отечественной войны. И очень многие из них приняли первыми нашествие врага в 41 году, в июне 41 года. Поэтому мы с удовольствием примем в мероприятиях памятных завтра, посвященных Дню памяти и скорби, и вместе со всеми участниками мероприятия почтим память защитников нашей с вами Родины. Огромное спасибо, низкий поклон всем брестчанам за сохранение этой памяти, за то, что вы вносите неоценимый вклад не просто в увековечение этой даты, но и в то, чтобы наше поколение знало о наших героях, о тех, кто отдал свои жизни, не задумываясь во благо Отечества. Свою лепту в реализации договора о партнерских связях представители Ингушетии вносят постоянно. Пример – благоустройство сквера в микрорайоне Южный, как дань памяти о воинах-ингушах, которые отдали жизни в трагических 40-х. Делегация настроена активно, в подтверждении тому реальные действия. Те связи, которые у нас налажены с городом Малгобек, уже реализованы в виде конкретных двух тракторов, которые они нам подарили. Здесь есть интересная задумка. За счет средств ингушского бюджета, за счет пожертвований ингушей, облагородить парк у нас в Южном. Поэтому, понятно, мы поддерживаем такие все инициативы и будем рады, что если они найдут реальное воплощение. Важной частью по-настоящему теплой и радушной беседы стало обсуждение дальнейшего сотрудничества. Как отметил мэр Бреста Александр Рогачук, активное участие государств в жизни друг друга – залог процветания и успешного сохранения партнерских отношений. А как известно, ингушская культура всегда славилась материальным и духовным богатством. Дружба с такими представителями, как ингуши, она делает тоже нашу как-то жизнь более яркой, более веселой, более правильной. И ту работу, которую они планируют начинать вместе с нами, мы будем поддерживать со всех сторон. Здесь много компонентов. И патриотическая работа, работа, историческая работа, потому что реально ингуши участвовали в обороне и Брестской крепости, и в целом западных границ нашей страны. Ну и, конечно, социальный аспект, обмен делегациями, школьниками. То есть вот тот набор, который, мне кажется, почему-то будет реализован. Юлия Силю, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.